Она была очень добрая, отзывчивая девочка, помогала всем. Никаких миллионов у нее в жизни не было. Мы только знаем, что она пыталась эту машину продать, разницу выплатить, купить меньше, остальные вот там покрыть какой-то долг. Она сказала, она дорогая в обслуживании. И она подружке перед этим звонила, что пошла. В том-то дело, что она позвонила и сказала, что пошла показывать машину, поехала. Вот единственная ее отдельная мечта, что она поехала одна на вот эту показывать машину. Больше мы ее после этого не видели. Извините, убили из-за этой машины.